Парковку на 70 мест для пациентов и сотрудников перинатального центра построят в Петрозаводске. Горожане жаловались, что на территории не хватает места для стоянки машин, поэтому проблему начали решать. Изначально площадку планировали засыпать щебенкой, однако при осмотре объекта Артур Парфенчиков поручил выделить дополнительные деньги из резервного фонда Карелии на асфальтирование. А здесь поезды же не нужно, да? Мы как раз эти работы, которые сейчас вели, в том технологическом ключе, который позволил бы сразу потом асфальтировать сверху, выровнять, еще раз, и все. Давайте мы все-таки тогда уж, раз такая тема, так давайте сделаем. Желательно же и разметку сделать, да? Какую-то. Ну, конечно. Место для парковки выбрано в шаговой доступности от медицинского заведения на пересечении Лесного проспекта и Сыктывкарской улицы. Работы подрядчик обещает закончить к началу осени.